Всем привет! Вы на канале для семьи. И сегодня мы приготовим с вами имбирный чай. Благодаря содержанию алиановой кислоты облепиха выводит из организма холестерин, чистит и расширяет сосуды, улучшая в целом кровообращение и работу сердца. Также ягода активизирует нейроны и стимулирует работу центральной нервной системы. Для приготовления облепихового чая нам понадобятся вот такие вот ингредиенты. Нарезаем все ингредиенты: имбирь и лимон. Имбирь на маленькие кусочки, лимон дольками. Берем чайничек, в котором будем заваривать чай, добавляем облепиху. Кусочки имбиря, лимон. Это я делаю половину порции чая на пол-литра. Добавляем мяту, у меня сухая. Я ее специально заготовила вот в таком вот мешочке. И добавляем любой подсластитель. Я добавляю сахар, вы можете добавить мед. Так будет еще полезней. И заливаем наш чаек кипятком. Даем настояться чаю 20 минут. Чай готов. Наливаем его в любимую чашечку и наслаждаемся вкусом. Ну вот и все. Подписывайтесь на канал для семьи, ставьте лайки, пишите комментарии.